В начале данного видеоролика хочу вам всем порекомендовать канал под названием Монстр. Парень очень старается, он снимает разные мини-игры, он снимает разные челленджи, разные полезные видео, у него замечательное оформление канала. Ребята, пожалуйста, перейдите, подпишитесь, потому что парень очень старается и у него очень годный контент. Ссылка есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент АПК вам расскажет топ-5 вещей, которых не хватает в Блокстрайке. Ну что ж, поехали. Первое, это, ребята, возможность продавать или покупать свои вещи. Очень не хватает торговой площадки, потому что бывают такие моменты, что ты крутишь эти кейсы, собираешь все золото, а в итоге, ребят, ничего полезного не выпадает. Поэтому я считаю, что необходимо давать торговую площадку, чтобы можно было или продавать, или покупать свое оружие, и при этом, ребята, получать себе золото или серебро на счет. Второе обновление, которого не хватает, это, ребята, граната. Как по мне, граната — это было бы очень полезное обновление, потому что иногда бывают такие моменты, ты, допустим, идешь на бафс, а там парень просто крысит за дверью, ты бы кинул бы гранату и убил бы этого парня, но нет, ты выходишь через эту дверь, и, понятно, он тебя убивает. Поэтому, ребята, если будет граната, то можно тогда очень сильно разнообразить разные тактики, а также саму ходовку боя. И третье полезное обновление, это, ребята, возможность выкидывать или подбирать вещи. То есть, допустим, у нас была бы в интерфейсе кнопочка, как на этом скрине. Вы на нее нажимаете и можете выбросить свое оружие. Если вы, допустим, пытаетесь выбросить нож, а нож выбрасывать нельзя, то вам, ребята, просто напишет, нельзя выбросить керамбит. Поэтому, как по мне, это было бы очень полезно, особенно если ваших тиммейтов бы убили, остались вы одни, и вам надо там пулемет или снайперка. Вы, ребята, ну, не знаю, подобрали бы это оружие и всех бы убили. Поэтому, как по мне, это тоже очень необходима функция. Четвертое полезное обновление — это минимапа. Ребята, как ни крути, но минимапа была бы очень, просто очень-очень полезная, потому что при помощи минимапы мы могли бы, ребята, знать, где находятся наши тиммейты, чтобы по два раза не бегать на А или по два раза не бегать на Б. В общем, минимапа бы сильно бы сократила наше время, а также была бы очень полезной функцией. И, ребята, пятое обновление, которое просто, ну, нельзя упустить, это надо немножко поднять дробовики. Как по мне, дробовик — это сейчас, ну, насколько бесполезная вещь. Вы хоть раз видели на классике или на командном бою, чтобы кто-то играл с дробовиком? Ребята, их никто не берет, потому что дробовик уже полная лажа. Поэтому, пожалуйста, создатель, если вы смотрите это видео, ну, немножко обните дробовик, потому что с ним вообще никто не играет. Смысл тогда то, что вы его вводили. Ладно, ребята, на этом все. Если вы со мной согласны, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. С вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока.